Привет, друзья! Ну что же, начата сборка Ми-29 от компании «Звезда» в 72-м масштабе. Собрал вот такие вот элементы. Сейчас буду просверливать отверстия для ракет, точнее для пилонов. Вообще я буду говорить много терминов, не знаю, будут ли они правильные или нет, так как авиацию я раньше не собирал. Ну там за исключением одного самолета F-16, про который знают все мои подписчики телеграм-канала. Нужно взять маленькое сверлышко и просверливать рекомендую я с другой стороны, не с той, с которой даются отверстия, потому что там они очень большого диаметра. Я рекомендую просверливать их с другой стороны, как бы с наружным сверлом меньшего диаметра. Вот далее я начинаю примерять вот эту вот часть. Вот я вклеил уже там ниши вот эти вот, где будут шасси стоять. В принципе, пока все стыкуется четко и идеально. Крыло состоит здесь из нескольких частей. Пока примеряю, как оно будет вставать. Встает оно просто идеально на свое место. Никаких зазоров, никаких щелей не остается. Затем я перешел к вот этой вот части, и так как я буду делать фототравление, то их, эти части нужно будет срезать, и вот эти вот фототравленные элементы туда нужно будет внедрить. Вот я его согнул, вот я его примеряю, там будет стоять внутри сопло, поэтому можно... Сначала я подумал, что оставить, но оставить не получится. Эти части все-таки надо будет срезать. Беру скрабер, начинаю прорезать вот эти вот части, чтобы их отрезать. Я, забегая вперед, скажу, что вот эти скрайберы от компании ВЭС, они очень плохого качества. Я брал комплект, состоящий из трех частей. Первый у меня сломался же там в первые две минуты, был перекаленный металл. Вот этот скрайбер у меня жил второй ровно два дня. Ну и вот итог проделанной работы. Клею я фототравленные детали на супергель. Почему не на суперклей? Супергель, он не схватывается не сразу, и возможно фототравленную деталь подвинуть какое-то время можно будет. В пластике я прорезаю под фототравленную деталь, чтобы она была заподлицо. Это нужно будет со всеми деталями сделать, чтобы они не выступали. Такие вот лючки, их тоже надо утапливать, чтобы они были за подлицо, ну, с фюзеляжем, с корпусом. Беру вот такую вот, как бы, каменную шарошку и под эти вот лючки прорезаю, вот, не прорезаю, высверливаю вот такие вот отверстия. И, ну, сюда надо будет поставить еще сеточку. Ну, вот, что-то похожее, вот, уже видите, как... Встают эти детали фототравленные. Да, вот здесь я уже поставил сеточки. Далее я перешел к сборке передней части самолета. Начинаю примерять детали фототравления для кабины. Встают они тоже сюда очень хорошо. Вот эти вот места надо будет поставить тоже фототравленные детали. Вот, ну, вот в таком виде у меня сейчас получается. Видите, боковины тоже я поставил фототравленные детали. Там внутри кабины. Далее делаю вот такие вот прямоугольные вырезы под вот эти вот
детальки. Ну и самое сложное для меня было, вот сейчас видео, которое пойдет следующим, это прорезать и установить вот эти жабры, так называемые. Но тем не менее все у меня неплохо получилось. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании, на YouTube-канал. Ставьте лайки, оценивайте. До новых встреч!